Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 546. Выразите десятичную дробь приближенно в процентах, предварительно округлив ее до сотых. При округлении, если первая из отбрасываемых цифр 5, 6, 7, 8, 9, то последнюю оставшуюся увеличиваем на единицу. Если первая из отбрасываемых 0, 1, 2, 3, 4, то последнюю из оставшихся не увеличиваем. Итак, А. 0,843. Округлим до сотых. Оставим два знака после запятой. Первое из отбрасываемых 3. Значит, последнюю оставшуюся 4 не увеличиваем. 0,84. А 0,84 – это 84%. Чтобы десятичную дробь превратить в проценты, надо ее умножить на 100. Б. 0,1391 десятитысячная. Это приблизительно равно. Первое из отбрасываемых 9 увеличиваем оставшуюся 3 на единичку. Это равно 0,14. Запишем. А это равно 14%. В. 0,5016. Это приблизительно равно 0,50, так как первый из отбрасываемых 1, оставшуюся не увеличиваем, а это равно 50%. Г. 0,449. Это приблизительно равно 0,04, так как первая из отбрасываемых 4, значит, не увеличиваем оставшуюся последнюю, а это равно 4%. Д. 0,4666 приблизительно равно 0,47. Так как первая из отбрасываемых 6, значит, увеличим оставшуюся на единицу, а это равно 47%. И Е. 0,18. Это приблизительно равно 0,02. А это равно 2%. Если у вас есть вопросы или пожелания, оставляйте свои комментарии под видео.